Что за чертовщина? Дед Василий, это ты, что ли? Ну, допустим, я. Откуда тут лужа? Это не лужа, это бутафория называется. А ты чего толчешься, лужа-то? Ну-ка, вылазь, вылазь, я говорю, запрещено. Я тебя сейчас переодену. О, стенок нет. Да строит все, строит. Вот они меня, значит, сторожем и выбрали. А зря. Меня не сторожем надо было брать, а консультант. Ну, выдает дядя Вась. Вы что, академик или член-корреспондент? А может, и академик. А может, и какой член-корреспондент. Вот взять, к примеру, вас. Чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Вот и сейчас Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Ой.
вы стонете, Афанасьева? Бог его знает, Пульхерия Ивановна. Так как будто бы немного живот болит. Ай. И не лучше ли бы вам, Афанасий Иванович, чего-нибудь съесть? Не знаю. Будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна? А впрочем, чего ж бы такого съесть? Кисленького молочка или жиденького узвару с сушеными грушами? Пожалуй, разве так только? Попробовать. Параска! Параска! Ой! Узвару принеси. О! У городничего тоже не спят. Все хлопоты, все хлопоты. А? Служба. Баба! Баба! Не уходи! Баба, вставай! Нет. Он меня! Нет! Не пропадет! Мы с тобою довесим! Эй, ай, это боль! Оли-лёли-лёли-лёли-лёли-лёли! Я же помню! О! Что ты помнишь? Помню. Наливают они горилки. Пьют горилку и пропадают. Любит почивать. Свети! Ой! Алапой! Алапой! Низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пиглицами, взявши на руки ребенка, совсем вышла не такой, как я думала. Ему бы следовало пойти в бабку с материной стороны, что было бы и лучше. Но он родился просто, как говорит пословица, не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Нет, это не обо мне. Или обо мне? И тут... Что за бумага? А, это дело казака Бакитьки о краденой корове. Прекрасно горит. Отлично. И великолепно. Ой, горю! Ой, бо!
больно! Ой, как больно! Ой, спасайте! Спасайте, говорю, воды! Ой, воды! Ой, горю! Ой, догораю! Ой, горю! Ой, горю! Ой, горю! Караул! Ну все! Хватит! Вперед! Караул! Наливай! Может жить дворянин в городе, где городничий узурпатор! Все знаете, все! У вашего городничего на мундире посажено 8 пуговиц, а 9-ю он как потерял при освящении храма 2 года тому назад, так до сих пор квартальный ищут! А он, узурпатор, каждый раз при рапортах квартальных надзирателей спрашивает, а с дома и 9-я пуговица не нашлась еще! Тьфу! А нога? Нога у него прострелена, потому он при ходьбе закидывает ее так далеко в сторону, что разрушает тем самым весь труд здоровой ноги! Черт! Грамоте разумеешь? Да. Иди сюда! Читать не будешь! Тетушка Василиса Кашпровна в это время имела лет около 50. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило от того, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духа сделать ей признание. Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна, говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна весьма... Принеси кочерка! Место. Голос. Весьма с большим характером, Василиса Кашпровна, говорили женихи и были совершенно правы. Потому что Василиса Кашпровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу Мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она собственную, своей мужественной рукою, дергая каждый день за чуб безо всякого постороннего средства, умела сделать золотом, а не человеком. А что? Я не пил, сидел, не спал! А что первому? Я больше не буду! Матушка! Заступница! Троеручница! Так не надо, поделу! Топи, топи! Все топи! Тебя солдат отдам! А ты иди сюда! Иди сюда! Я? Ты, ты! На! Пиши! Чего? Письмо пиши! А-а-а! Сюда! Любезный Тремянник Иван Федорович, посылаю тебе белье, 5 пар нитяных карпеток и 4 рубашки тонкого холста. Сальца добавь. Да еще хочу поговорить с тобой о деле. Так как ты уже имеешь чин немаловажный, подпоручика, думаю, тебе это известно? Известно.
и пришел в такие лета, что пора и хозяйством заняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Незачем, незачем. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве. Да и действительно, многое при том имею открыть тебе лично. Приезжай, Ванюша, в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть. Остаюсь многолюбящей, твоя тетка Василиса Цупчерская. Зубчевска. О! Ну-ка, принеси правый сапог кучера Михайлы. Давай, что стоишь? А ты в сундуке под иконой возьми сюртук коричневый, без рукавов, у которого рукава тёлка съела. А ты из кладовки те штаны, что я сняла с вора на нашем баштане в прошлую пятницу. Все это я ради племянника делаю, чтобы его люди не обижали. Ну иди, ты мне больше не нужен. Нет. Нет, и не просить. Не может жить дворянин в городе, где городничий узурпатор. Да у вашего городничего на мундире 8 пуговиц, а 9 как потерял 2 года тому назад при освящении храма, так до сих пор и ищет. Что вы? Я вас так никуда не пущу. Поедемте со мной. Поедемте. И Пульхерия Ивановна будет очень... Будет рада. Довольна. Будет. Ну! Накрывать в беседке. Я пойду с мамой. А сидеть за мной. Холодная. Мамочку еще А что, Пульхерия Ивановна, поглядите, какого гостя я нашел за нашу ливадою. Батюшки, Антон Прокофьевич, да что это с вами случилось? Решил пройтись одиноким путником по полям своей молодости, услышать, как перепела бьют, уронить слезу восторга на тучную ниву. Я смотрю, Антон Прокофьевич, у вас сюртук без рукавов. Так можно и руки застудить. Вы уж на время наденьте мой халат. Габка, халат. А девушки, пока мы будем завтракать, вам пришьют рукава от сюртука Афанасия Ивановича. Рукава совсем новые, а спинку и полы бомбой пробила. Еще когда Афанасий Иванович секунд-майором был на войне. Да нет, вы не думайте, чего страшного.
Афанасий Иванович тогда был в другом сюртуке, а этот повесил проветриваться на тын. Ну, Афанасий Иванович! Вот эта водка настоена на деревей и шалфей. Если у кого болят поясница и лопатки, то она очень помогает. Да? Интересно. А правда ли, Антон Прокофьевич, что скоро будет война? Не к ночи будет сказано. Француз тайно согласился с англичанином опять выпустить на Россию Бонапарта. Я думаю, сам пойти на войну. Вы не верьте ему. Где ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит. И Бог застрелит. Вот так прицелится и застрелит. Ну что ж, я его тоже застрелю. А что ж, я куплю новое вооружение. Ой. Возьму саблю. Ой. Или казацкую пику. Ой, все это выдумки. Так вот придет в голову и начнет рассказывать. И я всегда знаю, что про это он шутит, и все-таки каждый раз неприятно слушать. Не перейти ли нам в дом, обед уж настали, и там теплее. Вы спросите Пульхерия Ивановна, где сегодня был Антон Прокофьевич и от чего по своему бескорыстию отказался. Да-да, ну было. Зазвала меня сегодня Василиса Кашпровна, тетушка Ивана Федоровича Шпоньки. Предложила управлять имением. Мол, стара уже, на покой пора. Ну, и что же вы? Отказался. Зачем, спрашиваю, в имении посторонний человек, когда родной племянник есть? Ну, а она? Долго уговаривала меня, а потом согласилась. Пиши, говорит, племяннику твоя взяла. Так значит, Иван Федорович приедет. Давно пора. Пора. Я ведь была на его крестинах. Ну, что он, как? Шпонька? О, я перечитывал для его тетушки старые письма, так что весьма осведомлен о его службе в пехотном полку. Надо вам сказать, что этот пехотный полк совсем не такого сорта, которому принадлежат многие пехотные полки. И несмотря на то, что большую частью стоит по деревням, однако же он на такой ноге, что не уступит иным кавалерийским. Прибавлю, что двое из офицеров страшные игроки в банк. И бывало проигрывали мундир, шинель, темляк, фуражку и даже исподнее белье. Что не везде между кавалеристами можно сыскать. Здрасте, какие вы говорите. А вот и сюртук уже готов. Если у вас кто спросит, отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые, то вы отвечаете, а у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый. Да вы кушайте. Вот это грибки с чабрецом. А это с гвоздиками и с волошскими орехами. Солить их? Выучила меня одна туркеня. Когда еще турки были у нас в плену. Такая добрая была туркеня. И незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Параска, что же это я? Уже давно отдохнуть пора. Отведи-ка Антон Прокофьевич в маленькую комнату, да отнеси туда мороженого. Рябиновки. И рябиновки не забудь. Чудесная в этом году у нас рябиновка. Thank you.
Чудный город Миргород, каких только в нем нет строений. И под соломенную, и под очеретянную, даже под деревянную крышей. Налево улица, направо улица. А какая лужа в Миргороде! Здравствуйте, Антон Прокопьевич! Здравствуйте, Иван Иванович! Какая у вас бедняша! Здрасте! Великолепная! А какие смушки! Сизые, с морозом! Боже, да я ставлю что угодно, если у кого-то есть такие! Ну, полно! Да вы взгляните! Вот, взгляните! Ну, не правда ли? Да нет, вы взгляните, вот сбоку, посмотрите, боже, какое объедение! Господи, да этого нельзя описать! Бархат, серебро, огонь! Господи, боже ты наш, Николай Чудотворец! Отчего у меня нет такой бекеши? Ну, полно, Антон Прокопьевич. Постойте! Нет! Нет! Этого не может быть! А впрочем... Неужели? Это та самая бекеша? Да. Боже, этого не может быть! Вы смеетесь надо мной! Сукно ведь совершенно новое! Боже! Вы знаете, когда была пошита? Вот это бекеша! Вы не знаете. Эта бекеша была пошита еще тогда, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. А что это вы ищете, Пульхерия Ивановна? Кошечку. А что еще не вернулось? Вот уже третий день. Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в этой серенькой кошечке. На что она? Вот если бы вы имели собаку, другое дело. Собаку можно взять на охоту, а кошка на что? Уж молчите, Афанасий Иванович. Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплоя. Собака нагадит. Собака перебьет все. А кошечка тихое творение. Она никому зла не сделает. Зато собака из дома никогда не убежит. А кошечка убежит. Да еще как убежит. Вы ведь знаете, Пульхерия Ивановна, тот лес, который у нас с засадом. И собак туда никогда не сунется. А вот диких котов там предостаточно. Вот. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Нет. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Эти, напротив того, большую частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Это именно они подкрадываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Это они являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Знаю, знаю. Им вообще никакие благородные чувства неизвестны. Они живут хищничеством. И душит маленьких воробьев в самых их гнездах. Совершенно верно. Я даже вспоминаю, что видел, как они обнюхались с вашей кошечкой под амбаром.
И я уверен, что это они, наконец, подманили вашу серенькую кошечку, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. А впрочем, не пора ли нам пообедать, Пульхерия Ивановна? Что-то мы с вами увлеклись. Ой, а ведь и вправду. Самое время к столу. Габка! 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 Да тут, я тут! Вот, очки мои где-то запропастились. Я слыхал, вы грамоте, разумеете. Угу. Вот пишите. Пишите. Сия дыня съедена августа 26 числа. Помилуйте, но ведь сейчас еще июль. Примерно даже вам скажу. Число 15 или 20. Нет, 23. Нет уж, нет уж. Август. Впрочем, может быть, не 26-е. А. Да. 12-е. 13-е. Да. Так и пишите. Помилуйте. Так и пишите. Августа 10 числа. Сия дыня съедена в присутствии Галапузя, в скобках гостя. Галапузь в съедении дыни не участвовал. Да. Хотел бы я знать, чего у меня еще нет. Однако, что бы это значило? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Ну, поди-ка сюда. Это что же? Стрелять не стреляет, а ружье держит? Зачем оно ему? Что это такое? Сами видите, ружье. Какое ружье? А кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала, из чего оно сделано. Оно панское. Оно должно быть железное. Железное? Железное. Железное. Железное, железное. А почему же оно железное? И давно оно у пана? Может быть, и давно. А что, пан дома? Дома. Габка! Беги! Не я брал, руки сами брали. Я все отдам, все. Книгу. Ах, эту. Вот, я ее взял почитать. Истинный крест только почитать. Вот для этой цели очки прихватил. Да что б мне надо было очки, если б не читать. Это книга. Путешествие Коробейникова по святым местам. Нет, этого не было. Тут точно написано. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна. Темна. Потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противоположную стену, рисовал на ней, вот видите, пестрый ландшафт. От этого всей комнате сообщался какой-то чудесный полусвет. «Помоги Бог», — сказал Иван Иванович.
Впрочем, это не мои слова. Слышите? Идет. Помоги Бог. А? Здравствуйте, Иван Иванович. Извините, что я перед вами в натуре. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович? Почивал. А вы почивали, Иван Иванович? Почивал. Так вы теперь устали? Я только встал. Христос с вами, Иван Никифорович. Ну как можно до сих пор спать? Харпыно! Принеси Иван Ивановичу водки да пирогов со сметаной. Хорошее время сегодня. Чтоб его черт взял, некуда деваться от жары. Вот нужно таки было помянуть черт. Ох, Иван Никифорович, вот вспомните мое слово. Да будет поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова. Как спалось, Пульхерия Ивановна? Благодарю вас, Афанасий Иванович. Хорошо. Цып-цып-цып-цып-цып. Отчего это у нас, Афанасий Иванович, двери распелись? Я не могу сказать, Пульхерия Ивановна, от чего они поют, перержавевшие ли петли тому виной, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет. А не смазать ли нам их дегтем, а то не ровен час гости разбудят. Поди-ка принеси ведерко с колесным дегтем. Цеп-ц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 еп. Вы слышите, что она говорит? Она говорит, батюшки, я зябну. Я знаю, что многим не нравится сей звук. Я его очень люблю. Не станем трогать эту дверь. Пусть себе боет, батюшки, я зябну. Ну, не станем ее трогать. Просто я велю протопить печь, она согреется. Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, а на что вам то ружье, что выставлено проветриваться вместе с платьем? Смею ли просить об одолжении? Ну чего одолжать, я понюхаю своего. Вот проклятая баба. Так она и ружье туда же повесила. Хороший табак. Шмуль делает в сорочинцах. Не знаю, что он кладет туда, такое душистое, на конупер немножко похоже. Вот возьмите, разжуйте во рту немножко. Не правда ли на конупер похоже? А скажите, Иван Никифорович, я все насчет ружья. А что вы собираетесь с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Как не нужно? А случится стрелять? Ну, Господь с вами, Иван Николаевич. Ну, когда вы будете стрелять? Послушайте. Отдайте его мне. Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщешь нигде. Я купил его у Турчина, а теперь бы так вдруг и отдать его? Как можно? Это вещь необходимая. Так на что оно необходимое? Как на что? А когда нападут на дом разбойники? Еще бы не необходимое. Слава тебе, Господи, теперь я спокойно не боюсь никого. От чего? От того, что знаю, что в каморе у меня стоит ружье. Хорошее ружье, только у него замок испорчен. Что испорчен? Можно починить. Только нужно смазать конопляным маслом, чтобы не ржавело. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружеского отношения ко мне. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. К
Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я не оказываю вам приязни? Как вам не совестно? Валы ваши пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. И что же, разве я отказал, когда... Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор, играют с моими собаками. Я ничего не говорю. Пусть себе играют, лишь бы не трогали ничего. Пусть себе играют. Карпина! Налей-ка чаю. Это, пожалуй, пьяница. Вы слышите, Пульхерия Ивановна, куда она клонит? Пить. Вымросков. И зачем такую напраслину на непьющую дверь возводить? Вовсе она не пьяница. А? Она простужена. Лучше дать ей рюмочку выморозков, а не мазать дегтем. Выморозков. Выморозков. А может, она не выморозков просит, а кофе? Да нет уж, Пульхерия Ивановна, я по ее лицу вижу, что она пьяница. Вот она и стоит как-то боком. Всегда вы так, Афанасий Иванович, мне наперекор говорите. Лучше другую дверь смажем. Когда я бывал в Гадиче, или того хуже, в Полтаве, и случалось мне услыхать скрип дверей, то мне так и запахнет домом, маленькой комнатой, озаренной свечкой в нашем подсвечнике, в том, что на один рожок. Ужином, уже стоящим на столе. Майской темной ночью, глядящую из сада сквозь растворенное окно. Соловьем, обдающим сад, дом, дальнюю реку своими раскатами. Страхом и шорохом ветвей. Боже мой, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний. Иди-ка отнеси деготь в сарай. Стой, пускай себе поют двери. А что, Пульхерия Ивановна, не пора ли нам закусить чего-нибудь? Чего ж бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Может, коржиков с салом или пирожков? С маком. Пораска? Пораска. На кухню. Или, может, рыжиков соленых? Рыжиков. Габка? Габка. В погреб. Ну, хоть бы и рыжиков, или пирожков. Сходи, посмотри, спит ли гость или уже проснулся. Спят, не изволят отзываться. Что случилось, Пульхерия Ивановна? Да ничего не случилось. Придет, никуда не денется. А ты поди загляни, не нужно ли чего? Изнутри закрыто. Ладно, не хотите дарить?
давайте меняться. Что дадите мне за него? Я вам дам за него бурую свинью, вот ту самую. Вот увидите, если на тот год она не приведет вам поросят. Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Да ну что вы без черта никак не можете, Иван Никифорович? Ну грех же, грех! Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, черт знает что, свинью? Почему же она черт знает что? Как же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная, а то черт знает что, свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог принять это в обидную для себя сторону. Да что же вы нехорошего заметили в свинье? За кого же в самом деле вы меня принимаете, Иван Иванович? Чтобы я ружье... Все, больше не буду, все. Пусть она остается вам, пусть она там стоит в углу коморы, сгниет, ржавеет. Не буду больше об этом. Мне кажется, как будто эта каша немного пригорела. Вам это не кажется, Пульхерия Ивановна? Нет, Афанасий Иванович. А вы положите побольше масла, она не будет казаться пригорелой. Или вот возьмите вот этого соуса с грибками и подлейте к ней. Пожалуй. Попробуем, как оно будет. Ну, что там, гость? Они спят. Пусть отдыхают. Поди-ка сюда, милая. Иди, иди. Как же так, милая? А? Вчера не было. Не проходит и месяца, чтобы у которой-нибудь из вас стан не делал заполнее обыкновенного. Может, съела чего-нибудь? Тем более мне это... Удивительно, что в доме никого нет из холостых мужчин. Никого. Спят, они спят. Стыдно тебе должно быть. Стыдно. Не хочу тебя видеть. И чтоб это больше не повторялось. За ружье! За ружье? Два мешка! За ружье! Два мешка не пустых! А Самсон, а про свинью вы что, забыли? Поцелуйтесь со своей свиньей! А ко мне хотите так чертом! Вас только зацепи! Вот увидите, нашпигует вам язык на том свете за богомерзкие слова. Да после разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Ружье! Вещь! Благородная, самая любопытная забава, украшение в комнате приятное. А вы, Иван Никифорович, разносили со своим ружьем, как дурень с писаной торбой. А вы, Иван Иванович, о,
Настоящий гусак. Что? Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. И как же вы осмелились, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и званию человека, обесчестить его таким поносным именем? А что тут поносного? Да чего вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович? Не-не-не-не, как вы осмелились, в противном всех приличий, обозвать меня гусаком? Начать я вам на голову, Иван Иванович! Ну чё вы так раскудахтались? Так я ж вам объявляю, что я вас знать не хочу. А, большая беда, и Бог не заплачу от этого. Ноги моей в этом доме не будет. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Доглядите, не попадайтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. Вот вам, Иван Никифорович. Арпино! А не пора ли нам, Пульхерия Ивановна, на покой? Давно пора. Шутка сказать, весь день на ногах. Ой. 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 Стоните, Афанасий Иванович. Бог его знает, Пульхерия Ивановна. Так, как будто живот немного болит. Может быть, вы, Афанасий Иванович, чего-нибудь бы съели? Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. А впрочем, чего ж бы нам такого съесть? Кислого молочка, или жиденького узвару с сушеными грушами. Ну, пожалуй, разве только так попробовать. Параска? Параска! Ну вот, теперь как будто сделалось. Лучше. А что если Пульхерия Ивановна вдруг загорится дом наш? Куда бы мы делись? Вот это? Боже сохрани. Да, ну положим, дом наш сгорел. Куда бы мы перешли? Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не допустит. Не, ну, а если сгорел? Ну, мы бы тогда перешли в кухню. Вы бы на время заняли ту комнату, что занимает клюшница. Ну, а если бы и кухня сгорела?
Бог знает, что вы говорите. Даже и слушать не хочу. Грех это говорить. И Бог наказывает за такие речи. Когда бы мы переехали к Антону Прокофьевичу Галапузю. Вот он у нас ведь часто гостит. Он хороший человек, приютил бы нас, Погорельцев. А не сходили бы вы, Афанасий Иванович, проведать их? Не стряслась ли с ними какая беда? Смелюсь доложить, стряслось. В трех верстах от Полтавской дороги в лесу у Корчмы чудо стряслось. Кто допустил? Никто не допускал. Само стряслось. Свечение над головой. Посветит, посветит и перестанет. Все бабы в городе и на хуторах от рук отбились. Подношение к чудотворцу несут и колбасу, и окорока. И горелку тоже принимает подношение. Разорит он нас всех до нитки. Спасай нас, отец родной. А не приведи, Господи, слух дойдет до Полтавы. Немедленно! Доставить чудотворца ко мне! Thank you.
никогда не говорили друг другу «ты». Но всегда «вы». Вы, Афанасий Иванович, вы, Пульхерия Ивановна. Или стул, Афанасий Иванович. Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я. Они никогда не имели детей. Домика, в котором они жили, были маленькие, низенькие, какие обычно встречаются у старосветских людей. Комнатки эти были ужасно теплые, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили . Они никогда не имели детей, потому вся привязанность их сосредоточивалась на их же самих. Что это с вами? Пульхерия Ивановна. Уж не больны ли вы? Нет. Я не больна, Афанасий Иванович. Я должна вам сообщить одно особенное происшествие. Я знаю, что скоро умру. Смерть моя только что приходила за мной. Что вы такое говорите, Пульхерия Ивановна? Вы, верно, вместо лечебного отвара, что часто пьете, выпили персиковый. Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковый. Иди.
Оставьте нас одних. Ну, как там у вас, у чудотворцев? Достигается упражнением. Вот. Ой, извините. Вот. Раз. Карта. Есть. Оп. Опа. Усиливает естественное свечение головы. Я прошу вас, не губите несчастного. Я за вас всю жизнь Бога молить буду. Я вам... Я... Ногу на войне прострельну. Я ее на руках носить буду, аки дитя малое. Я ей песни петь буду колыбельные. Я ее грудью своей кормить буду, отцовскую. А, ну, полно врать. Я вам пригожусь. Че? Бумагу на башке, что ли, будешь жечь? Фу. Помните, я говорил, что все мысли мои сгорели, помните? Так вот, не сгорели все. Одна мысль осталась. Так? Я же могу? Так? Я же тише травы. А говоришь, все мысли сгорели. Одна осталась. Хорошие мысли не горят.